Пионер всегда готов. Пионер всегда готов. А мы любили. Ах, пока мы тут любили, влюблялись, мы забыли, где же наш следующий концерт? Где же группа Hi-Fi? Будет следующий концерт или Бангладеш? Может, в России? Может, поедем в Северный Кипр или Чили? О, Чили. Пусть там играет Red Hot Chili Peppers. Ну ладно. О, ну, Скорпион, поможешь нам? Да, помогу. Найти страну. Да. Да. Кого ты еще позвал тут? Я позвал еще кого-нибудь. Это Шрек. Hello, everybody. Волк и заяц. Ой, зайчонечек, ты мой любимый. Поедем на концерт Hi-Fi? Давай. Князь и Понюли. О, Hi-Fi! Концерт Hi-Fi! Ууу, полетели. Семья котов. Ну, мы все вместе пойдем на концерт. Big Smoke. Йоу, концерт. Рэп number nine large. Да нет, не рэп. О, no. О, мы говорим. OG-Walk. Only rap. Rap. Азбука тебя. Рэпер ты. Ну, давай попробуем. Будильник. Кто меня разбудил тут? Леопольд. Леопольд? Не шути так. О, Россия, первый бал, там музыка играла. С, след. След? От чего? От Леопольда. Опять я виноват? Че? Чайник. Да сам ты чайник. Кто меня тут чайником назвал? Ну все, ребята, не буду я вам больше помогать. Меня чайником назвать. О, ужас. Что ты посоветуешь? Привет, давай едоков, веселый. Я посоветую круиз-лайнер. Вау, круто, на лайнер круизный. Ну и куда мы отправимся? Бангладеш. Бангладеш, первый бал. Так. Следующий кто у нас тут? Big Smoke. Number nine watch. Number nine. Белоснежка. White? No white. Он. No. Only black. Only red. Русалочка. Русалка? No Ariel. S. Страшила. Кто? Я? Вы можете поплатиться за такие слова. Черепаха. Вот и. Так. Ну, котята, на каком транспорте поедет группа Hi-Fi? На самолете. Полетит на самолете. И куда же она полетит? Чили. Чили, первый бал. Круто. Мы тоже хотим на концерт. Чтобы пойти на концерт, нужно выучить азбуку. Ну ладно. Кто же из наших детей будет азбуку изучать? Коржик. О, опять я? Да. Давай. Будильник. Не будите нас так рано. Ракета. О, на ракете в Россию. Третий бал Россия. А я на своем самокате поеду. Ну ладно. Кипр получает первый балл. Чайник. Кто? Опять чайником меня назвали. Чайник. Не-не-не, мы хотим чайку попить.
Ну и пейте чай, нам некогда. Ну и конь, и куда ты меня тут привел? Я хотел на концерт группы Hi-Fi, а ты меня привел? На Простоквашине. Разве они тут будут концертировать? Среди елок и сосенок. Среди елок. Маму потерял теленок. Где же мама? Не пойму. Здесь я, мой хороший. Где здесь? Здесь, Кипр. Кипр, второй балл. Ну, Юлий, больше меня на ферму не отправляй. Ладно, я хочу на концерт. Ладно, князь. Ой, зайчулечка, ты моя зайчулечка. Не трогай меня, волк. И лучше я в море поплыву. Море, волны, водопадики. Реки. Реки, где же это все? В России. В России 4-й балл. Чили. И Чили получает 2-й балл. Круто. Слушай, oh, hello everybody. Слушай песни, Шрек. Ага. Ну давай, песня номер сколько у меня? 1, 2, 3, 4, 5. Песня номер 5. О, круто загорать, мне нравится. Очень хорошая песня. Где у нас тут солнышко? Бангладеш 2-й балл. Еще, о, на Кипре можно отдыхать. 3-й балл. Кипр и Чили 3-й балл. Ну, Скорпион, а ты что? Давай знакомиться. Мама не в юмор, если грузни у них. Грузовик. Тогда лучше подвезти. На грузовике ехать? Да ты что, лучше на бусике тогда. Какого он цвета хочешь? Красный. Посмотрим. Есть. Кипр 4-й балл, Россия 4-й балл, Бангладеш 4-й. И Чили все получают по баллу. Вау. Ну вот, Скорпион, молодец. Пока лучше всех ты нам помог. OG Log. Only rap. Rap. Number OG Log 5. Number 5. No, only the number nine. Одни дожди. Ну нет, дождливую погоду, концерт, не. Это не для нас. Ну и ладно, пошли, Оджи, пошли. Нужно тут. Азбука тебе умовен. О, азбука, окей. Бабочка. Бабочка. Тут бабочки не пролетали, нет. Рыба. Рыба. Ноу рыба. Самовар. А, чайку? Сейчас я закончу азбуку, я приду к тебе, медведь, гости. Чашка. О, возьму свою чашку. О, пока, Hi-Fi, я пошел пить чай. Привет, Миша. Привет. О. Так, а теперь азбуку будет учить? Компот. Твоя очередь. Сундук. Сундук с драгоценностями, мы не пираты. Ой, рыбка, вкусняшка. Погодите, сейчас азбуку изучим и пойдем кушать рыбу. Бычок, смоляной бачок. Я тут. Черепаха. Ай, пока, Hi-Fi. Это, там в ресторане рыбку дают. Всем жрать да жрать, а работать кто будет? Мы. А ну спросим у моего товарища, капитана. Врунгеля. Яхты. Яхта, вау. Персональная яхта. Куда же эта яхта у нас поплывет? Чили. Чили, 4-й балл.
Ах, ты мой любименький, куда же это ты нас приволок, зайчуля? На вагоне посадил тебе. Да? И куда ты повезешь? Я повезу зайца в Чили. Пятый бал Чили. Ах, ты мой сладенький. Слушай, я пять песенки, Шрек. Сколько у меня зубов? Зубы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, песня номер 9. Встаньте, дети, встаньте в круг, встаньте в круг, встаньте в круг. Жил на свете добрый жук, старый добрый друг. Никогда он не ворчал. Number 9, number 9. Кромко крыльями трещал, строго ссорой запрещал. Круг надо посмотреть. Number 9, yeah, круг. Есть ли тут круг? О, Бангладеш, 4-й балл. Нету больше. Окей, good choice, Шрек, good choice. Thank you, Big Smoke. Так. Иди мойся, Скорпион. О, ну наконец-то, сколько можно сражаться. Пойду в ванну приму. Так, что там дальше у нас? Азбука опять. Теперь азбуку будете изучать. Карамелька. А почему я? Потому что уже изучал азбуку кошек и компа. А теперь твоя очередь, карамелька. А это не по-нашински. Это латышская. О, при чем тут тюлени? И пчелы, тюлени, пчелы. А, змеи? Не, только не к змеям. Нет. И цицарки всякие. Котята, вы очень рассеянные. Что? Послушайте, может, песенку, может, лучше станет вам. Ладно. Да, сколько нас тут? Шесть. А кто шестой? Один, два, три, четыре, пять вы. Пять. О, песенка номер пять. Мама, папа, слышите? Мишке помочь надо. Ну ладно, пойдем поможем, котики. Ну? Old Geelong говорит, что это... Самолет. О, на самолет. И куда мы полетим на самолете? Кипр. Сайпрус. Сайпрус, пятый балл. Сайпрус. А теперь еще одного моего другана спросим. Александр Македонский. Давай. Чили, нет. Бангладеш, нет. Сайпрус. Сайпрус. Кипр получает 6-й балл. Ну вот, круто. А теперь... Азбука. Юлиус, азбука. Слон. Слон на Кипре? Не может быть. О, белка. Белка в лесу живет вообще-то. Черепаха. Ох, черепахи вообще медленные. Я робот. Что? Мы не роботы. Мы живые люди. Сейчас мы докажем, что мы живые люди. Надеюсь, главный эксперт поможет нам выбрать страну. И сегодня главный эксперт это Анджелина Джоли и Антонио Бандерас. Вау, парочка. Где же будет концерт хай-фай? Концерт хай-фай, говоришь? Это будет в... Кипр. Северный Кипр. Во, хороший гимн. Марш такой, а?
Но смотри, там одни горы. А что там за горами? Как ты думаешь, Маркус? Наверное, море какое-нибудь. Итак, группа Хай-фай отправляется с концертом в Северный Кипр. Покупайте билеты.